Вчера погодные условия были минус 25 градусов, поэтому устанавливаем знак на платформе, на достаточно большой, тяжелой платформе. Технические условия, нормативные документы нам это позволяют. То есть знак был установлен по нормативам, но, естественно, без копки земли. То есть был очищен снег до земли, и дальше на тяжелой платформе был установлен знак. Он приварен к платформе, достаточно большой, тяжелой платформе. И на этой платформе он там стоит. Он не просто в снег воткнут, а платформа, достаточно большая.